Balcony TV. Всем привет, с вами Balcony TV, Санкт-Петербург. Меня зовут Аня, а у нас на террасе отеля Три моста, группа Чуви. Привет. 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 Как дела? Отлично. Мне нравится, как отрепетировано все звучит. Не верится, никаких репетиций не было. А что вы нам споете? Это будет колыбельная для детей, написанная на стихи петербургского поэта Ивана Пинженина. Но он не петербургский только. Как это? Ну, пишет он в Петербурге и живет. Пишет, да, пишет и живет, да. А, начинайте. Этот день уже прошел, и все будет хорошо, и все будет так, как пожелаешь. Я тебя крепко обниму и отправлю сам в страну, в ту страну, где ты совсем не странный. Tu t'en vas comme un ange dont les songes bercent mes nuits. Tu t'endors comme un ange dont les songes bercent mes nuits. Ah ah. Этот день уже прошел, и все будет хорошо, и все будет так, как пожелаешь. Я тебя крепко обниму и отправлюся в страну, в ту страну, где ты совсем не странный. Tu t'endors comme un ange dont les songes bercent mes nuits. Tu t'endors comme un ange dont les songes percent mes nuits. Oui, tu vas t'endormir, oui, mon amour. Класс, спасибо большое вам. А, и вопрос от нашего звукорежиссера. Расскажите, пожалуйста, про название вашей группы. Есть такая группа Трипинадва, и там есть Маша. У нее есть собака, которая названа в честь Чубаки из «Звездных войн». И они сокращенно называют ее Чуви. Нам очень нравится эта собака, и в честь нее назван наш коллектив. Что за собачка? Какой породы? Дворовая. Здорово, русская наша порода. Любимая порода. Класс, спасибо большое. Скажи, ты когда пошёл на французском, это то же самое, что ты пошёл на русском, или там какой-то другой текст? Нет, это абсолютно по-другому. Расскажи тогда вкратце, теперь мы все, не знающие французского, заинтригованы. Да, я скажу, что сейчас больше и больше ты будешь спать очень медленно, как ангел, и все будет хорошо, и я с тобой, мой любовь. Класс. Спасибо большое группе Чуви. Пожалуйста. Спасибо большое отелю Три моста. Спасибо всем за терпение. А, и что были с нами. Увидимся снова скоро. Пока-пока. Пока.